Здравствуйте, с вами канал Максимадзе. И сегодня, честно вот признаюсь, что я немного опоздал с этим роликом. Да не то чтобы немного, а очень даже сильно я опоздал с этим роликом. И сделать его надо было еще в 2016 году. Именно тогда это было нужно просто сделать. Но только вот сегодня я это делаю в то время, как этого блогера уже все забыли. Короче, сегодня нам предстоит битва хитрых блогеров, вернее, с хитрыми блогерами, а именно сеанс разоблачения. Apple's TV. Вы, не знаю, помните ли вы, любите ли когда-то соседа, некоторые, наверное, помнят его, как Аркадий 21. Так у него раньше назывался канал, Аркадий 21. И вот он набрал вот эти вот 1000 подписчиков благодаря вот этому вот прохождению по «Как достать соседа» консольной версии. Да, потому что дело в том, что... Давайте посмотрим, когда это... Давайте открываем первый эпизод, ставим на паузу, примотаем начало, так. Всем привет, с вами... Нет, тихо. Началось прохождение 18 июня 2016 года. И... Почему тут стоит дизлайк, сейчас внимательно все объясню. Короче, он перед этим показывал, как установить консольную версию на ПК. Он делал видео про то, как установить этот новую консольную версию. И он делал это на своем лагучем старом ноутбуке. У меня в то время тоже был еще более лагучий ноутбук, чем у него. Поэтому тут я ни в чем не спорю. Но вот он там реально показывал, там я верю, что он действительно там свое реально показывал. Там даже была ссылка на то, где можно игру скачать. И там была нормальная, кстати, ссылка. И даже лучше, чем у меня, где я показывал в том видео. Сейчас этого видео у него нет. Единственное, что у него осталось, это... Вот это вот лже-спойлер прохождение по когда соседа консольной версии. У него, кстати, были после этого еще разные ролики всякие смешные, которые мне даже реально понравились на самом-то деле. Тест на психику там всякое, там чего-то там на ТВ было. Это вот это интересные ролики. Но вот, ну ладно, мы идем, мы вот к этому вот прохождению. Так, давайте тише сделаем, а то вы, наверное, напугались сейчас. Даже когда звук начался. Короче, у меня есть две странички. Это вот это и вот это. Вначале смотрим на вот это прохождение. Это от английского ютубера прохождение Neighbors from Hell. Тут 24 уровня, именно 24 основных уровня. Бонусных, к сожалению, нет. Сорян. Смотрим внимательно, как начинается это видео. То есть вот эту вот заставку мы видим сначала. Заходит он в экстрас. Интро. Ну, он показывает интро. Просто надо же интро показать в этой игре. Ну, вы поняли. Затем он обратно выходит в меню и нажимает Start Game, стандартный режим. В 2015 году это прохождение началось. И он решил почему-то начать с уровня пиано. Не знаю почему. Возможно, привык к тому, что вот так вот сверху вниз все проходят. На самом-то деле надо проходить вот так, как я курсором показываю. Но это ладно, что не важно, как он там начал. Теперь давайте посмотрим, как начинал Аркадий 21. Смотрим. Всем привет, с вами Аркадий 21. И когда я вам рассказывал про то, как можно... Рассказывал, да. Видите, он то же самое делает. ...соседа на вашем ПК. И сегодня я хочу начать такую рубрику, где я буду проходить все эпизоды этой игры на эмуляторе
на более мощном компьютере. Ну конечно, кому ты врешь? Тем, как все быстро работает, как все плавно. Как все плавно, как все хорошо, да не говори. Первый уровень, уже его... Какой первый уровень запустил? Ты что, невнимательный, что ли? Ты запустил интро. Ты интро запустил в разделе экстрас. Ты даже не заметил. Ну вот это у него интро такое. У тебя чужая... Ну вот... Ну, в общем, как вы поняли, он просто взял и озвучил чужую запись. Вот эту вот озвучил, подумав, что клюнут. На тот момент просто на Ютубе не было ни одного прохождения консольной версии на русском языке. И он решил воспользоваться этим случаем. Но поскольку мощного компьютера у него не было, был старый лагучий ноутбук, и то он решил просто взять и озвучить эту вот эту вот чужую запись. И судя по лайк, по количеству лайков и дизлайков, народ действительно клюнул. Давайте почитаем комментарии. Ну, тут уже мои комментарии. Никто их, правда, не может увидеть, кроме меня, потому что он меня забанил. Не хотел, конечно же, чтобы я его... Это самое... Рассекретил. Злорадствующий смех. Xbox-версия лучше. Xbox-версия, я вам, кстати, кое-что скажу. Интересный факт. Она хуже. Там качество графики хуже. Сосед старый извращенец, бла-бла-бла. Согласен, да, это так и есть. Жалко, я ему не могу ответить, потому что это не то. Это действительно другое видео. Нету ни одного бага, да? Xbox 360, да-да-да. Даже если он не снимает на ПК, на Xbox. Да он не снимает нигде тут. Можно управление, что у нас тут, клавишами управления, ну да, там по настройкам же. Ты молодец. Ну, конечно, молодец. Спешу тебя поправить, это не Xbox 360, но она на обратной совместимости по Xbox 360 идет. Неужели? Полгода искал геймплей на Xbox, но не мог найти на русском. Лови лайкос и подписос, блин. Да, вот этот комментарий, к сожалению, никто не увидел, как печально. Это я с другого... Это мой аккаунт, я с другого аккаунта написал. Но это вот я ответил, чтобы проверить, забанил он меня действительно или нет. Оказывается, я забанил, я с этого аккаунта вот этот комментарий не увидел. Значит, он меня забанил. Лайков очень много. Видимо, до сих пор мало кто знает, что он плагиатил. Давайте, вот, короче, дальше смотрим. Так, трейлер мы посмотрели. Посмотрели, да. В стандартном режиме будем играть и пройдем уровень пиано. Да, точно так же, да, как он начинал. Не положить на кухню, насколько я помню. Здесь только на кухне кладет. Вода разлита, туда надо положить мыло. Так, возьмем. Так, он что ли холодильник это разобрал? Ну, даже ссылку. Как он там это? Не разобрал, а открыл просто. Так, а вот здесь надо сыграть мини-игру. Я вот помню, здесь Ольга будет. Так же, как и у этого чувака. То же самое. Вот потуши сыр. Я помню, что тут жизнь теряет. Он зашел. Так. Ну, здесь у нас шар для боулинга ставим. Блин. Блин, кому ты обнесешь? Ну, здесь у нас есть несколько попыток убежать от него. А, нет, не успел. Блин. Не успел ты. Ну, давайте-ка посмотрим, успел он или не успел. Смотрите, здесь он то же самое делает. Вот этот чувак то же самое делает. Происходит ровно то же самое, как вы видите. Я лайк ему даже поставлю. Видите, то же самое все происходит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, давайте для наглядности сравним какое-нибудь другое видео. А, нет, давайте сначала посмотрим, как заканчивается это видео. Его было всегда жаль. Ага, вот. Да. Нужно сохранить. Ну, а я с вами прощаюсь, всем пока, удачи вам. Да. Такая вот концовка. Давайте уровень... Mother Day давайте посмотрим, чтобы... Там тоже надо кое-что сравнить. Вот он. Купить авто у собственника.
Ставим лайкос ему. Нет, нет, реклама, уйди нафиг реклама. Ненавижу рекламу. Я вот помню, где-то теряем мы жизнь. Он, точнее, теряет жизнь. Кстати, еще один факт. Когда вот это вот прохождение выходило... Ого, в один день, что ли? Когда вот это вот прохождение было, он выкладывал его и так далее. И вот этот чувак, Аркадий 21, выпускал у себя вот это лжепрохождение. Этот канал назывался не Прем Скорпи, он назывался Дулан Джусен HD. Как-то так он назывался. Где он теперь... А, он уже потерял жизнь. Вот, только что потерял жизнь. Так, будет... Запоминаем, как он жизнь теряет. И смотрим, как теряет жизнь он. Так, заходим к нему на канал. Вот он. Вот этот, по-моему, если не ошибаюсь. Взяли ножницы. Да, взял ты ножницы, конечно. Затем ванну. Так, стоп, это было уже. Ой, блин, быстрее, ну давай. Блин. Ну все, уже мамаша нас спалила. Ну молодец, молодец, что я хочу сказать. Все, происходит все то же самое, тут и грех не понять, что это плагиат. Так. Ладно, это еще. Тут вы уже, я думаю, вы уже убедились, что это плагиат. Но есть еще один очень интересный факт, который заинтересовал некоторых людей. Вот, вот здесь вот, вот этот чувак начал уровни Индии. Он начал проходить с уровня Милумбра. Ну, как бы слева направо, ну вы поняли. Вы поняли, короче. И вот как... И запоминаем, что вот эти вот уровни не пройдены. Здесь 0 из 7, 0 из 7. Теперь смотрим, как у него. Он решил начать с Болливуд. Так, вот это вот. Какой это уровень? Вот здесь он начал. И именно с Болливуда он начал. Тут уже из четвертого блока серии «Как достать соседа». Вот мы уже недавно... Один, и сегодня мы пройдем эпизод Болливуд. Смотрите-ка. Вот эти уровни уже пройдены, хотя он начинает с этого уровня. Не совсем так по порядку. Интересно, что у него в комментариях? Круто и спасибо. Да, эти этими любимцами это аккаунты Вуди Джонсон и Мистер Ротвейлер. Вконтакте были такие аккаунты, которыми руководит этот же Аркадий 21. Точнее, руководил когда-то раньше, сейчас их давно уже... Эти аккаунты брошены, заброшены давно. Да. Народ клюнул, это я заметил. Теперь идем к следующему эпизоду. Какой у него там... Милумбра вот здесь, уже третьим по счету. Привыкли, что... И вот, эти уровни, которые... Вот этот, перед этим был еще вот этот. И Болливуд. А они не пройдены, как вы видите. Смотри. Смотри, это я тебе говорю, ты зритель. Вот, тут он еще мои комментарии, я так понимаю, видел. Простите за ужасное качество, без микрофона. Так. Ха-ха, ну вот, видишь, это я не понял, кому он там говорил. Комментария нет, может мне, а может не мне. На Classic Mode очки засчитываются. Счетчика злости, у Вуди одна жизнь. А, это кто-то, наверное, спрашивал, чем отличается Classic Mode от стандартного. За копию канала Dulan Justin HD ставлю жалобу и дизлайк. А он спрашивает такой, где? Где? В бороде, блин. Ну и... Наконец,
наконец, что нам осталось посмотреть. Это 24-й эпизод, который... Нет, хотя... перед этим надо посмотреть 23-й. Чуть-чуть. Делаем тише. Я ему поставил лайк, сейчас знаете, поймете, почему, зачем. Последний эпизод нас ждет пикник. Вот он еще в Мексике. Мы уже близимся к завершению прохождения консольной версии. Я объясню, зачем я тогда лайк поставил. Хорошо, так как я уже устал снимать их. Для вас устал ты снимать. Ты просто сидел, ничего не делал и комментировал. Ну, не суть важна. Устал ты. Они идут. Ой, пес. Пса взяли отдыхать в Мексику. Блин, меня не берут отдыхать в Мексику, а вот псов всяких берут. Да, конечно. Ну давай, говори, что ты там хотел. Так, друзья, вот в следующем молодец. Будет... Так, пока Вуди бежит, я вам расскажу. В следующем будет последний эпизод. И чтобы его красавчик. Увидеть, мы должны набрать на вот это вот прохождение, на вот это видео Пикник Бот, вот 23-й эпизод, мы должны набрать 50 лайков. Да, вот... Я думаю, что набрать 50 лайков реально, очень даже реально. Так, чтобы он побыстрее, да, короче, очень. Выложил последний эпизод, я поэтому и лайк поставил. Но сейчас я уже... Я его не выложу, ну, уже 50 лайков мы должны набрать. Вот как только наберется 50 лайков, сразу же выкладывают. Тут прям сразу же. Ты прямо сразу его снимешь и выложишь, что опубликуешь только после того, как... Выйдет. 50 лайков там набрали уже довольно давно. И 24-й эпизод выходит только спустя... Минутку. Сколько? 4 сентября 2000... Хотя особая разница. Конечно, да, прошло больше, чем полгода. Он очень много прошло время. Ну и давайте посмотрим, что он говорит в начале. Всем привет, вы на канале Apple's TV. И да, у него канал уже блокировки был, потом расскажу. Игры, как достать соседа на версии Xbox 360 или Nintendo GameCube для кого-то, хотя особой разницы там в геймплее нету. Ну что ж, вот вы давно уже набрали 50 лайков, но руки дошли у меня только сейчас. Только поэтому сейчас у тебя руки дошли, да. Процессом, а я приступаю. Приступаешь сидеть и озвучивать чужую запись, молодец. Теперь смотрим конец. Конец посмотреть это надо. Сюрприз. Потому что это нам надо. Это нам нужно. Конец. Да. Конец. Концовочка. Сохраняем, естественно. Ну, а это еще не все, кстати, друзья. У меня есть для вас сюрприз. Остановил, красавчик. Там есть еще две бонусных серии. Вот мы их пройдем. И я вам тоже их выложу в скором времени. В ближайшее время, в мае, в июне, я это сделаю. У меня просто времени на соседа пока что нет. Он этого не сделал, спойлер. Там вообще у меня экзамены скоро. Так что извиняйте. Хотя, с другой стороны, я виноват в том, что долго задержал этот релиз этого видео. Почему нету звука? Ты остановил? Ты поставил видео на паузу? Молодец. Полгода, да. Тем не менее, я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь... Да, ну, короче, теперь последствия небольшие рассказываю. Вот это вот прохождение, которое вот на вот этом вот канале, вот это вот, я смотрел еще давно, задолго до того, как вот этот чувак начал выпускать вот эти видео. И, соответственно, я не сразу, конечно, понял, но через некоторое время, может быть, на следующий день я понял, что это плагиат и все такое. Я пытался там некоторых... многих убедить, но либо он мне мешал это сделать, либо народ не верил. Там и ВКонтакте обсуждения были разные, и на Ютубе. Конечно же, я такое решил безнаказанным не оставлять в то время. Накидал ему, короче, жалоб на нарушение авторских прав, и Ютуб заблокировал канал ему. Но каким-то образом он восстановил себе канал и переименовал его в Яблочник. Потом в Apple's TV уже. ВКонтакте я рассказал вот этому чуваку, что это из-за меня, это из-за меня канал забанили, потому что нечего так
делать. Я ему задал вопрос: это правда то, что ты плагиатишь? Он вообще проигнорировал этот вопрос, потому что не может сказать, потому что ему стыдно. И вот два человека, видимо, подписчики его, мне начали писать: зачем ты там жалобу накидал и все такое. Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Этих обоих людей я смог убедить, что он плагиатит. И от меня они отстали, и как они к Аркадию самому отнеслись, понятия не имею. Но все-таки они убедились, что это плагиат был. Слава богу. Но, к сожалению, многие до сих пор это не знают. Что касается других видео, которые у него были на канале. У него были достаточно интересные видео. Там все, я уже говорил в начале видео. И вот были интересные видео, которые мне даже понравились. Но все-таки этих видео сейчас нет. В какой-то момент 2017 или в начале 2018 года он, наверное, все-таки побоялся, что его все рассекретят, и удалил все видео, будто ничего не было. Будто их вообще никогда не было. Но сейчас вот эти вот прохождения есть. Не знаю, почему он их не стер. Нафиг они нужны. Но он, видимо, просто на ограниченный доступ ставил их, чтобы никто не увидел. А потом поставил. Сейчас про этот канал забыли все, хотя тут тысячи подписчиков есть. Но, видимо, наверное, автор сделал так, чтобы его канал не попадал в рекомендованные. Поэтому он и не показывается в первых строчках, и его сложно найти. Но я смог его найти с трудом. И вот поэтому и выпускаю это видео. Ну и наконец-то. В принципе, вот эти вот видео уже, в принципе-то, и никому не нужны, потому что прохождение на русском языке консольной версии уже есть на YouTube, и их немало. У меня на канале можете посмотреть. Я абсолютно честно играл, нигде не врал, я так ничего не делал, я не обманывал никого. Я прям по-настоящему играл и не читерил, ничего не озвучивал. Все по-честному делал я. Каким образом я это делал, какую нормальную версию эмулятора нашел, которая не лагает, я вам уже тоже рассказывал. А еще я с ним говорил: что это за компьютер? У тебя же мощный комп есть. Что это за мощный комп? Он еще до того, как вышла вот эта серия, он говорил, что этого компа уже нету. Но я же 100 раз говорил, он не мой. Ох уж эти споры, да, споры. У тебя его и не было на самом-то деле никакого компа. Короче, ребята, зачем я выложил это видео? Просто чтобы все знали, вот все, кто вот это вот... то вот эти видео все смотрели, чтобы те знали, что это вранье. Я не призываю никого там травлю на этого чувака устраивать. Просто чтобы все знали, и все. Хотя, наверное, вы уже и так про него забыли. Ладно, вот такой сеанс разоблачения сегодня был. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, то ставьте лайк. Если вы не согласны с разоблачением, то ставьте дизлайк. Подписывайтесь на этот канал, вступайте в группу ВКонтакте и, короче говоря. Как вы поняли, кстати, Аркадий вот этот ушел с Ютуба. Ушел с ВК, я в ВК его не находил, хотя он там был. Ну, может он есть, но я что-то там его не находил, но на Ютубе его нигде нет. Ладно, всем пока.